был туннель под каналом Вислы. Мы проезжали только что под водой. Ну, я думаю, километра полтора было, да, где-то так? Причем он бесплатный. Это редкость для Европы, что туннель бесплатный. Гданьск преподнес пару сюрпризов. Да, интересно, очень интересно, классный город. Очень нравится. Необычный. Нетипичный для площади. Замечательный хостел, извините, это уже отель в городе Олстен. Ксова, концерт прошел супер-пупер круто. Завтра едем дальше. Завтра приезд 600 км. Пошли? Кстати, в Данске. Мы тут гуляли тут. Что мы сегодня кушаем? Все. Это скромно. Итак. Мы в городе Олстен. Вчера провели 5-й концерт. И для понедельника мы просто собрали большой куш, 50 человек. Это круто для понедельника. Вот, дальше у нас остается 4 концерта, среди них... А, нет, какие 4? 5 концертов у нас, половина, мы прошли половину, да. Среди них 2 в Польше, 2 в Чехии и 1 в Словакии. Вот, ближайшие 2 дня у нас такие суровые, большие переезды. Морозные! Холодные! И холодные, да.
принципе, сегодня мы вообще даже ночевать-то и не собираемся. Сразу играем концерт в городе Остров Великопольский. И сразу едем в Чехию. Да, вот ночной без переезд. Без ночевки, да. Да. Такие пироги. Так что это будет испытание еще то. Она точно будет. До видзения. Завтра у нас состоится первый концерт в Чехии. Первый концерт и не только в этом туре, а вообще глобально для Blood Brothers первый концерт в Чехии. Так что это очень интересно, это для нас новый вызов, новое испытание, и мы к нему по чуть-чуть идем. Сегодня нас ждет ночной переезд, это связано с тем, что достаточно большой километраж нас ждет. И плюс это хорошая возможность немножко сэкономить на отеле. График очень суровый, 9 концертов без выходных, а потом 10-й, вот перед Краковым у нас будет единственный выходной. Вот во встрече вчера было 50 человек. И 51 пришел. Да, представляете? А сегодня во встрече 30 человек. Ты хочешь сделать тотализатор, прогнозы? Сколько человек? Ну, я делаю тотализатор, 30 человек сегодня придет. 40. 40? А вы оценили наличие вареников? Так нормально, нет, так это входит в польскую народную культуру. Сколько там, 15 злотых вареники? 15 злотых вареники. Хотя это нормальная цена. Ну, как тебе сказать, в пузатой хате меньше. В пузатой хате, ну мы далеко от пузатой хаты. Authorized Windows 10 Lenovo Laptop. Концерт в городе Остров Великопольский закончился. А сейчас мы немножко отдыхаем, даем возможность Артуру немножко поспать. Потому что пока мы играли, наш водитель спал, готовился к ночному переезду. Концерт прошел весьма здорово, было 50 человек. И мы будем продолжать дальше. Он поехал, полиция на меня странно посмотрела. Вот, можно рассмотреть. Сегодня к нам подошел звукорежиссер, который знал, что мы из Украины. И знаете, что он нас спросил? Есть ли у нас сигареты на продажу? Он спросил у нас, у артистов, у музыкантов, есть ли у нас с собой сигареты на продажу. Поэтому вот вам ответ, почему на границе люди стоят по 8, по 10 часов. Понимаете? Look on the bright side of life. First things happen is